У них... Тише, смотри, смотри. Тогда шутить не будет. Пацаны, ну и... А, он тут! Ай, сюда! Да! Успей меня, нет! Успей! Прошу, да! Миллисекунда, чувак! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня ваша любимая рубрика «Обмен скинами». Ребят, поздоровайтесь. Привет. Здорово всем. Всем привет, ребята. Ну что, мужики, прямо сегодня, ребята, битва стендов против Бравл Старса. Кто же будет сильнейшим? А давно ты в Бравл играешь, Кент? Что, брата, по разным войсам расходимся, погнали. Ну что, а ребята, прямо сейчас прожмите лайкусик. Да стой! Всем спасибо, всем пока. Да. Чувак, стой! А что ты мне ничего не скинул? Ты забыл все эти рубрики? Мы им дроп должны скидывать. А, ё-моё, мы же дроп должны, я забыл, да, чувак. А я же побежал стреляться. А, надо скины оставлять, да? А, блин, а я уже бы их стрелял, ты понял? Блин, я дигл купил, надо было купить хоть... Ладно, окей. Чё, ну хаешку-то надо фирменную взять. Хаешечку надо по-любому брать, брат. Ну, у меня денег не хватило, я себе взял броню. Слушай, давай... БОМ! По холдику нормально жахнуло. Сейчас, ля ты крыса, перхоть ты, блин. Ах ты, ну так он убежать даже не успеет, я тебя держу в курсе. Так надо, да-да-да, забери его побыстрее. Догоняем. Так, короче, мужик, давай так, план такой. Мы с тобой прямо сейчас встречаемся в ребрах. Просто не бери дроп, просто залезай сразу в ребра. Великолепный план, Уолтер. Ну что, я план ставлю? Да-да, и в ребра, и в ребра. Затронил. Он даже поставить не успел. Брон, ты его забрал, да? Конечно. Чувак, на тебя вся надежда. Они тут? Мне стрёмно. На тебя вся надежда, чувак. Ты, по-моему, перепутал. Сбро, смотри, бомба на плантуну, она не пикает. Иди ко мне. Жди. Давай. Давай. Да! Потому что тик-так, тик-так я ставил. Минус холдик. Сзади. Ну, давай. Да! Хорош! А что это за стеной? Что за прострел? Я, ты рекал? Рекал? Чувак, нифига ты машина! О, давай им АВП скину, посмотри, как они играют с авика, слышишь? У тебя деньги на авик есть, нифига. Брат, ну ты видел, минус 2 дал, я один в вашей команде играю, дроулечки ты моя. Я ему дроп дал. Давай, родной, погнали, как ночью они нам скинут в втором раунде? Че им оставлять? Давай им дигл оставлю, такого дигла нет ни у кого. Я ФБМ оставлю, бро, если что, опасайся его. А нефиг было убивать меня, че я им должна была оставлять? Да. Спорим, фаб мы или М40? Просто спорим. А если я прям сейчас кого-то прирежу, они обидятся сильно? Нарушение правил! Нифига он дает! Отомсти за меня, родной. А что это было, чувак? А это Аркул понял, что он не может меня вывести по-честному и начал. И начал использовать всякие вот эти свои штучки. Чувак, у меня есть дигл. Ладно, давай я буду с дигла. Ну, тик-так так сможет справиться с нами, бро? Так, ну сейчас посмотрим. Дигл и дробаш. А я ему ВП ставил! Это хабел! Я иду на плент. Давай, бро, входи. Это хабел. Ну, я попробую. Брат, отомсти за меня. Давай! Давай! Попал два раза! Три раза, чувак! Ты лучший! Баба, у меня 11 хп. Все, у меня нет хп. Ну справляйся, там тик-так, он с диглом. Пленти, мужик, пленти! Тихо! Смотри, сейчас фейк будет. Он обходит тебя, спина, я тебе говорю, он обходит, а потом... Я знаю. Ты что, на нож его хочешь? Сейчас посмотрим, что получится. Он тут будет, смотри. Сверху тут! Да! Да! Блин, не зарегало, бро. Прочитали, ну, бом! Сюда! Просто ты видал, чувак, двоих! Мы с тобой команда киберов какая-то. Брат, мы с тобой команда маслят. Ладно. Ладно, окей. Надо было резать и второго. Да, надо было. Ну давай уже калашим дадим, а то что-то они какие-то слабенькие. Ну, давай. Я хочу в них кинуть хаешку, молик, дым и флешку. Не, ну я только одну хаешку, чувак. Я оставлю им муху, чтобы они не выделывались, и оставлю им пистолет. Я вот так вот им МП7 скинул, и нормально, и порядок. Так, все, поехали. Смотри, начинаем с молика. Опа! Хаешечка пошла! Опа! Найс! Смотри на холдика!
Ой-ой, я не попал ни в кого. А, я не попал! Оба. А что происходит там, бро? Я его перепрыгнул. Так бросай флешку в них и дым бросаю. Все, им бабушек, быстрее пленте, быстрее пленте. Мне им 40 дали, чувак, мне им 40 дали. О, калаш, нормально. Найс. А чего они ничего не оставили? Или в дыму тут? Не знаю, бро, я калаш забрал. Чувак, а где мой дроп? Пленчу, успею или не успею, как думаешь? Они, наверное, прячут скины. Это мы играем в прятки. Я тогда на апленд пойду. Когда будем затеров, я на апленд пойду плентить. Блин, с КТ. Кент, 31 снес. Успеешь. Давай, давай, плейте. Я ничего не вижу. Тупы! Блин, с КТ. Кент, 31 снес. Чё, а где еще? А где еще один? Где еще один? Тёмка, простреливай, Тёмка. Я видел. Смотри на нож. На нож! Мне завалил, чувак! Алло! Чё я дал? Чувак, я не могу, это трындец. Бро, надо реакцию включать. Ребята, кто хоть раз посмеет написать, что я Пепа или Сильвер? Только попробуйте написать комментарий, вы видели? Смотрите мою стату, ребята, киберспорт моя жизнь. Да нет, теперь я оставлю им Фомасика. А нет, 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 бери это. Вот так, а сам буду с Фомасом, если они мне какое-то говно оставят. Не, ну слышишь, они мне оставили, короче, Nest, Glow. Ай! Давай так, во дворе стоит холдик. Холдик и стоит? Кентуха, что ты хочешь? Кентуха на проводе, пацаны. Просто стоит. Лодика лежит. Так, два калаша. Так, дядь, а что мне скинули? Берецы! Чек, ноускопом. Чек, ноускопом буду, смотри. А что тебе дали? Так, первый кентуха. Не получилось толскопом, чувак, не получилось. Брат, а теперь смотри, ты знаешь, что такое тактика внезапный неждан? Знаешь? Давай. Вот эта тактика называется. Кентуха типа залагал, но на самом деле он так играет. Я подарю холдику его любимый скин, Диглоу Рейд. Слышишь, а может я с ним поиграл? А, сюда уже нельзя. Я юспа скину пока что, потому что хочу потом в следующем раунде скинуть этот. Загород, дела, оп, тавик. Давай запрячемся в доме, и как только они пойдут лутать дроп, сразу хаешку по ним кидаем. Я уже закинул, не успел. Я планчу, чувак, прямо сейчас планчу, давай. Давай, я кину хаешку. Ого. Я через мид оббежал. Ля ты крыса. Офигеть, у него раскид. Они не успевают, я же заплатил. Давай, родной лучший. Раскрысиный раскид. Да. Диглаурет лежит, бро, это твой, давай, наказывай. Так, мужик, а чем дали подробно? Скажи мне, пожалуйста. Ладно, я не успею взял, давай, бери М40, тебе скину, на. Смотри, через 3 секунды будет килл. Раз, два, три. Ааа! Чувак, ты реально сказал, килл был. Пуньк, дефуз. Откуда? Дефусь! Где они? Так меня кильнули. Чувак, давай, ты сможешь. Где они? Ой, хорош! Ты ж крыса! Ай, до свидания. Он не успеет. Ой, чувак! Но я не успею все равно. Блин, забей. Крысиный поступок, ладно. Ребята, вы в курсе, что на полдропчике вышло обнова, да? Не в курсе? Пацаны, так не только обнова, там еще добавили новый пасик, новую коллекцию сундуков. Также добавили обменник скибиди. Ты выбиваешь скибидишки, фармишь их и меняешь на топовый дроп совершенно бесплатно. И помимо всего этого, сверху на башку есть 2 секретных слова. Ты вводишь их и забираешь свой приз совершенно бесплатно. Межпространственные бонусы снизу, а мы идем дальше. Не, мужик, давай так же, было по-честному, не будем плентить, пока не возьмем дроп. Ну давай, ладно. Ну как это слишком легко, чувак, реально, надо поддаваться. Не, ну сейчас подписчики напишут, что мы вот такие вот нехорошие. Братва, мы извиняемся, это все тик-так, если что. Что? Какой тик-так, Так, а я не разбирался, юмп оставляю им, пускай пистонами стреляют. Тоже верно, вот, вот это им нормально будет, смотри, вот порядок будет. Все, чувак, не плейте. Давай так, а давай мы сбросим бомбочку, интересных реакций. Пачку их сбросил. Ну зачем? А как мы тогда играть будем, алё? Я не знаю, посмотрим на их реакции. Зачем проблема? Ох! Блин, он молик дал, так. Че, на ножах? Бро, давай на ножах. О, наконец-то они оставили оружие нормально. Ой, тут Аркул подошел ко мне, своим ножом махает. Чувак, каким ножом осуждаю? Я тебя вапу оставил, давай. А вапу? Ой, ща будет по красоте, родненький ты мой. Давай, а вапу оставил, чувак. Сейчас, я пошел за оружием. Сейчас будет АВПшная грязь. О, папа! А, ага, я понял, бро, норм. Да, 4-1, это вообще еба, мы с машины. Чек, с ножа, попробуй с ножа забрать его. С ножа. Чек, дальше, попробую. Тихо, разбайте, тихо. Давай, я байчу. Тихо, я его забайтил, смотри, я топаю. Я тоже топаю.
Ай, почти! Давай, давай, давай! Давай! И это с ножом. Фу, что вы делаете, пацаны, блин? Блин, ааа! Вот так вот прям прошло рядом с рукой его, чувак, это как было. Это что за ножевые дела, ребята? Так, ну ладно, смотри, у меня есть один очень хитрый, коварный план. Ты готов? Давай, давай. Прямо сейчас купи хаешку и просто доверься мне. Купи хаешку, им скинь любой дроп. Давай я им скину, не знаю, блин, у меня просто денег нету, чувак. Давай, мужик, сейчас я им народ накину, давай быстро иди сюда. Осуждаю! Ну, я им оставлю вот эту МПС. Беру флешку, хаешку, молик. Ай, не взял себе, короче, самое главное. Я пи***ху скину. Посмотрим, кто пи***ху возьмет. Вот мне вот интересно. Быстрей, быстрей, иди в дом, быстрей. Давай, 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 я иду, иду. Иди тут на шифте сядь, на шифте сядь. Просто с хаешкой. Иди сюда, на шифте. Они тут рядом, они тут рядом. Закидывай, 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 чувак! Давай, давай! Блин! Я попал в какую-то... Чувак, мне маслину дали! На, сейчас убьют! Оберись ты, блин. Кентуха, короче, на проводе лежит. Кентуха не на проводе, да, да. Давай, быстрей, 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 быстрей. Я бегу, я убегаю, мне страшно. Брат, мы сейчас сольем, ты что, гонишь, сосну уехал, играй. Ну, калаш, калаш, я... Тактика пиксель, ты помнишь про тактику пиксель? Лучший. Раз, есть. Нет, чувак. Я твою налево, я думал, я его убил. Я думал, я его убил, чувак. Нет. Он как-то так странно убегал, если честно. Куда убегаешь? От судьбы не уйдешь. Мужик, ну почему именно так всегда все эти дуэли заканчиваются? Ты видел, я даже ножик взял, я думал, я его уже убил. Да чувак, я видел! Скидываем им FNFAL. Я фабом скину. Так, скидываем вот это. Ну поехали. А если у них и на базе и остаться, слышишь? Не понял. Давай, брат, поехали, поехали, поехали быстрее. Смотри, сейчас самое главное условие, мы берем дроп из нашего спауна. Я слепой, чувак! Брат, ну я знал, что у тебя зрение -2, но зачем ты себя так оскорбляешь? Давай, давай, бро, они бегут. Сейчас зарежу. Чувак, они дали М4-1. Да я не бежал, не успел, я не мешаю, все правила, орёл. Опа, хорош. Так, тихо, а я сейчас этого, а я прирежу, тихо. Ну я отомщу за это, брат, не переживай. -1. Ай, из КТ-шки простреливает. Хорош. Чувак, давай выноси за такое. Если я это сделаю, это будет жесть. Ты готов? Главное не топни, не топни главное. Иди ставь пачку. Он в пленту, он в пленту. Он в пленту, я знаю. Прошел, не спалился. Ништяк. Боится. Он слева где-то был, да? Я просто резко сейчас выбью на него. Пусть сам к тебе ходит, правильно? Конечно. Мне кажется, он меня обходит, не? Блин, он реально, он, наверное, через... Он сейчас через лонг выйдет, не? Давай так, я буду ждать его сверху. А меня тут не видно, как думаешь? Чекай пока, что тут КТ, да. Стоит АФКа на базе. Мне страшно. Страшно! Он не вылетел там, не? Кентуха, ты где там на проводе, алло? Всем пока, с вами Кентуха был на проводе. Блин, чувак, капец. Уже счет 4-4? Ты гонишь? Собрались, реально, что-то мы с тобой вообще распоясались. Это же сильная сторона. А дальше что будет? А дальше будет ЭВП. Так, ну что ему оставить, рассмешнил. Да навик не хватает, я сколько не убиваю, а навик не хватает. Я ему плетку скинул, и все, и нормально. Пусть веселятся с тиктаком тут, да? О-о-о, там тиктак знает, что делать с этой плеткой, ё-мы. А давай мы с тобой, короче, знаешь, что сделаем? Давай мы с тобой... Хаешку по ним закинем. Одновременно. Давай смачок закинем, пускай ищут. Что здесь у нас есть? Ты можешь хаешку кинуть? Вот прям сейчас. Че, даже не видно же, где оружие, реально. Ща. У меня есть хитрый план. Маленький мальчик. Ля, уже замахивается. Кидай хаешку. Да я кинул, блин, я не попал. Он за мной бежит. Кидай, быстрее, убегай. Что ты замахиваешься? Дядь, быстрее бежим! Бежим! Я бегу, чувак. Так, быстрее. Я пленчу. А, стоп, мы же договорились, дроп берем, а потом пленчим. Да, берем дроп и пленчим, да. Не, ну брат, ну мы не такие, мы играем по правилам. Давай, родной. Опа, все. Ой-ой-ой-ой, зря. Бро, а что ты там взял? А что там у меня? МАК-10. Имба. Вачек, я тебе разрешаю выбрать все, что хочешь. М110! Нет! Ну, чувак, ну что-то как-то изи, да? Будет сейчас, мне кажется. Тактика, снайпер. Давай, чувак, у тебя бомба, пленти, снайпер. Тёмка, сейчас будет прострел, смотри, -1. Чекай. Ухуля, как у меня пролагало. Бам-бам-бам. На, просто. Как ты его забрал? Тик-так. Смотри, сейчас заберу его, смотри. Он там, он в Тёмке, замочи его. Нет его. Да, сейчас я их двоих, короче. Давай. Накажи, забрал Старс, бро. Давай в ребра друг напротив друга, быстрее, в ребра. А где он? Мужик, давай в ребра друг напротив друга. Это топ-план, я тебе говорю. Да я в Тёмке уже, чувак, я в Тёмке уже, я не могу. КТ, чекай. Я слышу, да. Ааа!
он тут, он тут, он тут, чувак! Минус 50 ему дал, минус 52. Минус 52. Ребра, 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 вот. Кент на проводе. Прочитали, малышечка, прочитали. Да крысит, крысит, ё-моё, кентуха боится. Ой, мужик, а сейчас будет полный габелла. Мы меняемся сторонами. А, все, все, за КТ мы теперь сейчас будем давать дрозда, потому что... Ой, затерял. USP. USP это нормальная тема? Ну я думаю, это нормально, да. ХЕшку и две забери. Потому что я беру бронь и беру флеш. Поехали. Флешку, я флешку. Давай, в них кинешь? Флешку и броню, и броню. Ну-ка, нет, тебе в голову. И, кстати, я уже могу, в принципе, и плентить, не? Сразу уже побегу. Естественно. Давай, максимально быстро бежим. Да куда ты по мне флешку? Бум. Человек, бежим. О, нифига, не ХЕшка. Главное, чтобы ХЕшка по нам не залетела. Так, пленти. Я, короче, под КТ заплентил. Чувак, это капец, нам два глока дали. Чё нам говорить? Чё, они уже заплентили? Это трындец, чувак, что так быстро? Какие бессовестные, так нельзя! А, блин, надо же оружие взять, ё-моё. На лангу есть. Брат, ну это мы их жестко накажем. Вот прям сейчас просто конупов валим их. Придется наказывать. Удар печи, никто не вечен. Сверху, тут. А, нет, они тут оба там! Раз есть. Давай, я держу, дифусь. Ах, они, конечно, блин, закрысили. Дифусь, давай, я его держу, дифусь. Давай, дифюз. Давай. Да! Блин, он через стенку. Бро, да эта стенка была просто. Жалко, конечно, типов отлетят, но... Чек, еще за дефузить успели. Имба! Мы с тобой играем на Синстоуне дуэли 5 лет. Брат, у нас с тобой такой скилл за это время. Мы с тобой просто машины. Ну, аккаунты вроде неплохие. И вот, ну, фигней страдают. Кламси или что, я не могу понять. Не жалко, Аки. А пишет, не жалко аккаунты. Диффуза, чувак, диффуза покупай, чувак, сразу, потому что они сразу плентят. Ой, дядя им дал М4-1. Слушай, а давай запрячемся в ребрах по приколу, разочек. Не, ну, давай, ладно, давай, окей, давай, попробуем. Разочек. Я думаю, что в самый раз на А бежать. Бро, я об этом же хотел тебе сказать, поэтому я с КТ побегу. Ты только оружие мне там на колено принеси. Я тебе два сразу, да, я сейчас буду чередовать, сейчас принесу, бро, не волнуйся. Слушаем шаги. И тут одного мы точно заберем. Ну, я думаю, нам хана. Бро, подожди, где? Есть контакт. Они нас заплентили. Чего? Они нас заплентили. Чё они творят? А мы в ребрах сидим. Мужик, быстрее бежим. Бежим, быстрее. Ага, в коне, бро. Они там на Б пусть тусятся. Там оружие надо, чувак. Да понятно надо, еще идем подбирать. По нему не успеем. Они нам скинули еще одну пушку. А, две там было. Они даже не знают, что мы на А. Чувак, так мы не успеем. Давай я тебя посажу на миду, хочешь? На миду посажу. Давай, быстрее. Подсад на мид. Троллстарсеры переиграли. Чувак, давай, двоих тупо головы сноси, чувак, давай. Брат, сейчас будет мне две головы. Очко мама-то стоит. Давай, быстрее, бело, пошел. Я гранату закидываю туда. Давай, родной. Блин, сейчас будет бом-бом. Нет. Нет. Забрал. Чувак, ну не крысанули нормально. А чё так можно было? Ребят, ну это хэштег некрасиво. Брат, давай им 40 ставим за это. Пусть попробуют поиграть в роли Бовина. Давай, М40. И давай в дыму все, чтобы они искали. Имба. Ой, да ладно, не возмущайтесь, ребята, все нормально. Я слышу, как они возмущаются. Максимально быстро бежим. Угадайте план, пишу. Игра называется «Угадайте план». Ё-моё, чё они творят? Закинул хаешку. Давай, Рону, быстрее. Они сейчас будут плентить. Мужик, ну че не оставляют такой плохой дроп? Сейчас ставили дробаш, а мне КР. Чувак, слышишь? А че за фигня? Да я за КР лучше стреляю. О, М40. Сейчас повеселимся. Они думают, что мы плохо с М40 играем. Вы ошибаетесь. Вы правы как никогда. Но! Как ты дал килл? Алло, да он с дробью пропушил, 85 снес. Тёмка. Я дефюжу, мне очки. Давай, чувак. Ай-ля-ля. Ребят, всегда забыл сказать, мы играем в дуэль на новый ножичек мимикрай. Не, так он этот, читер, что я сделаю? А, ну да. Да откинут, бро, забей. Нормально. Да, я 100% отлетят. Да стой, давай им скинем эти АКР. Ой, блин, чувак, надо было реально скинуть, что-то это понул. Тебе надо будет заново покупать. Смотри. А давай по приколу мы ставим один АКР на двоих и все. Как тебе? Ну давай. Ну скинь, давай в другом раунде. В следующем раунде ставим один АКР на двоих. Давай. Блин, чувак, ну как-то 7-5 же, ну прям мы слишком еще на изичах играем. Не, ну как на изичах? Они могут сейчас внезапно, может так. Блин.
Не, ну как на извещах, они могут сейчас внезапно, может так... Там себя подорвал, я думал, он сильнее отлетит. Ну что за молики, что за раскиды, пацаны, это что за смоук? Так, я ставлю. Да как, я не успел добежать! А что они нам оставили? Ой, чувак, это я выкинул. А, это они нам глок оставили? Да, тебе глок оставили. Да, а как мы выиграем? Это же нереально! Че, где? Опа, о, кола. Опа, и драсте, бро. Ой, мой любимый юмп, отлично. Я, короче, тут засяду. А что это быстро плентит? Мастер-класс, чувак, мастер-класс. Давай, брат, кэйджика летит, пока упадет тот луп. Все, они оба... Имба, тик-так принят. Пошел как оп. Чувак, 16 хп, 16 хп. Ха-ха-ха, мастер-класс. Чувак, это я скинул это оружие, нельзя его брать, я его нечаянно схватил. Это ты? Нельзя было брать? А-а-а! Капец, тебя попустили как дубалимого. Вот и все! Все! Не, дядь, давай так, смотри. Прямо сейчас мы им ничего не ставим. Просто вообще ничего. Только давай два дыма, чтобы они искали. Не-не, вообще ничего. Давай, ну давай одно оружие. Не-не, и давай мы тоже будем с ножами. Не-не-не-не! Мы тоже будем с ножами. Ну давай, 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 давай. Кидай дым, кидай дым, кидай дым, кидай дым, чтобы они поискали. Все, еба! Ну, как будто авик им надо оставить. М40, бро. Согласен, надо забрать авик. И погнали. Все, сейчас будет полный угар. И в ребра, и в ребра, и в ребра садимся. Да-да-да, погнали в ребра. Идут. Ах! Ты что делаешь? Мужик, делал вид, что убежали на лонг, а на самом деле прячемся в ребра. Слышишь? А на самом деле прячемся в ребра. Тихо-тихо-тихо. Тик-так. А где? А никого нет, а оружия нет. Где? А никого нет, а оружия нет. А он меня занул, это нечестно. Он был уже у нас на базе. Ты видал? Вы косанули меня. У них... Тише, смотри, смотри. Тогда шутить не будем. Пацаны, ну если... А он тут! Ай, сюда! Да! Чувак, это красиво, это очень красиво было. Бро, бро, ну пингом переиграл он меня, я тебе говорю. Я считаю, что надо мстить сейчас, по-жесткому, по-жесткому. Не, брат, это было по брейну, это было по брейну. Давай, давай еще раз так же, чувак, давай только оставим и с ножами, оставим и с ножами. Давай. Я считаю, надо жестко мстить. Давай, М40 я ему скинул. Давай, брат, я им дам тут полный напор, М4-1, М40, все что хочешь. Давай. Надо спрятать скины, я один спрячу в доме вот здесь, раз. Это новый ролик, найди скины. И смотри, хаешки по горбущему попаду. 3, 2, 1. Ой, стоп, я случайно М16 подобрал. Ооо, я слепой. Пусть еще, все. Чё, мне стрёмно? Я слепой, чувак, я слепой, я не вижу ничего. У Арткула есть оружка. Чё, бежим? Кент, беги отсюда уже. Я его поджарил! Ааа! Он меня сейчас убьет! Чувак, они же заплентили! Я просто не дам им расплентить. Я не понимаю, что делает тик-так. Чувак, я не знаю, что делать, я не знаю, что делать, я прячусь. Ааа! Нет! Чувак, это Габелла минус я! Тик-так, дефай! Я ее охраняю, они ее не задефают. А где он? Где тик-так? Я сижу на пачке, как квочка просто. Высиживаешь, да? Блин, он подошел, надо убить его. Подошел, надо убить. Чувак, что ты даешь, лучший? Блин, чувак, это вообще трындец. Фух, ты справился. Опасно было, бро. Не, слушай, это прям было красиво. Так, дядь, давай так, знаешь, что в этом раунде мы скинем? М40? Я фомасик скину им, фомасик. Я им делаю, скину М40. Бро, проверка на пит. Все, дядь, ну погнали, сейчас дроп надо подобрать по-любому, слышишь? Идем подбираем дроп. Давай. Не замочи меня! Арткул так смешно хаешки кидает, мужик. На Арткул было, Арткул мне раза три резанул уже. Просто так, ни за что. Я считаю это минус раундом. О, мужик, вал оставили, имба! Слушай, ну это прям красиво, это прям красиво. Давай, родной. Чувак, я просто бегу и зажимаю вперед, смотри. Так, ну все, жду вас. Чувак, они уже заплентили. Я просто бегу и вперед. И без остановки, смотри, готов, смотри? Три. Давай, без остановки, бежим просто. Без остановки, ребят. Уже бежит на лонг, бро. Хуля, мне шляпу повесили. Нормально поставил. Без остановки бежим. Без остановки. Давай. Куда во? В сайте, бро. Это он. А это ты? Я не пойму, это он или... Я думал, это ты. Чувак, что это было? Ты это видел?
Стой, уже 8-8, и мы еще можем продать мимикрай, мужик. Да, реально, чувак, успокойся, давай нормально играть. Так, я ставлю им плетку. Ну, я сначала закупаюсь гранатами и армором, а уже потом выбираю им оружие. Два дробыши оставим. У меня нету бабок, я дигл оставил. Хаешку лонг, раз, два, три, кидай. Ладно, походу они через темку пошли. Мужик, 8-8, сейчас будет финалочка, максимально быстро бежим, собрались. Давай, брат, давай. Засмочим, ставь пачку. Давай. М40. Это было... О, нифига, они нормального трупа нам намутили. Спасибо большое, берем 110. Я под лонг пачку поставил, бро. О, нет, ну почему не так быстро плей? У меня диффузов нет, надо бежать. Есть диффузов у меня. Не, у меня тоже диффузов нет, чувак, это было. Блин. Давай, есть один в планту. Да я вижу. Дай пацан тут, пацан я тебе дам. Иди ко мне. Сейчас. Тут есть сел, вот он. На, зарезал его, пацан, пошел. Давай. Я понял. Мне накуканили. Смотри, где я. Он в ребрах, чувствую. На нож. Блин, у них инфа, бро. Радар хак. Дивюсь. Сюда! Ай, красиво-то как! Наказали их. Смотри, предлагаю сейчас отомстить. Я остаюсь в смоку, кидаешь туда. Я смок беру, сначала ты кидаешь, потом я кину и буду сидеть в смоку с ножом. Давай, где это, на планту? Не, ну это тупо по-царски. Ну, с тебя 500 000 за такую игру тиммейта. Да, конечно. Чё, давай им прям реально хороших дропов накинь. Я еще М-ку накинул ему. Да все равно подписчики писать, что... Фу, Кен, плохой дроп кидал. Я дроп, посмотри, сколько дропов мы закинули, реально. Посмотрите, какой дроп. Давай, все, увидимся. Скажешь, как будет бежать, Да. Погнали, родной, погнали. Я бегу, бро. Я пленчу, бро. Давай. Мужик, быстрее бежим. Уже запленчили, я дроп не успел взять. Понял, они нам еще не... А, тут крыса есть, тут крыса сидит в смоку, чувак. Хорош. Холдик, на! Ай, блин, зарезал меня. Еще мне с лохом играть? Да. Так, ну ты должен забрать его. Бросаю хаешку. Аккуратненько. Не-не-не-не-не-не! Дефьюзю! Но он же ж не успеет. Давай. Не, чувак, мне страшно! Дефьюзь, Алёша, ты делаешь? Да дефьюз! Да блин! Да куда там? Туда, бота! Чувак, ну ты рак, конечно. Стой, давай так. Прямо сейчас, не теряем времени, надо победить. Быстрее покупай броню, хаешку и бежим. Бля, у меня ничего скинуть, я могу... А, стоп, я забыл, что надо что-то скинуть. Давай, скидываем, быстрее, мужик. Так, что им оставить на последнем раунде? А пускай с пулеметом поиграет. Ну давай я тогда калаша оставлю, реально. Ну хоть чтоб норм было хоть что-то. Ластовый раунд, бежим, время не теряем. Давай, брат. Я не хочу проиграть, поехали. А где они? Быстрее бежим. Дядь, они тут где-то прячутся. Я фул. Че оставили? Спас? Он меня чуть не зарезал! Не, ну они шо, угорают или шо? Быстрее бежи! Пулемет, чувак, это норм? Не, а тебе шо скинули? Ладно, ставь пачку, будем выигрывать сейчас. Все, сейчас затащим. Быстрее, мужик, бежим! Они уже заплентили, это нереально! Давай, родной, быстрее. Ой, блин, кто флешку кинул? Если пачок, давай, погнали. У меня 35 хп! А как они флешку кинули? Родной, бежи на лонг. Да, темки чисто. В плент заходит. Справа, в ребрах есть, услышал! Есть один! Давай, родной. И справа есть. Они оба под фонарем, по-моему. Вот он кто-то! А, мужик! Давай, счет. Не успеваем. Нет, да, есть один. Влетаю в два ствола, брат! Кентуха, 29 хп. Давай! Дефузим! Успеем или нет? Давай, успей! Блин. Они не успеют, не успеют. Они не успели. Они не успеют. Успеем или нет? Успей! Прошу. Да! Миллисекунда, чувак! Да! Фак! Я требую реванш. Какой пот! Дядь, ты просто красава! Что ты? Да, лучше! Не, мы с тобой по красоте сыграли, реально. Не, ну нормально, оставить такие оружия нам, ну бро. Да это все, блин, читерхак. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, это все. Спасибо всем большое за внимание. Ой, блин, я микрофон с кулака вырубил. Сейчас, секунду. Фух, ребят, если вам понравилась подобная рубрика, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Также подпишитесь на мой ТГ, там я подарю бесплатных 10к голдишки. Все ссылочки снизу. Все, продолжаем, всем пока-пока.